Трупы 45-летнего хозяина и его 18-летнего сына обнаружили полицейские. Сообщение об убийстве в дежурную часть Сарагашского РОВД поступило утром. В доме, расположенном на территории фермы в Сарагашском районе, были обнаружены два трупа. Это труп отца и сына, которые скончались от огнестрельного ранения, полученного в живот и в голову. Задержанным оказался 21-летний гражданин Узбекистана. Он работал на потерпевших, занимался домашним хозяйством и пас скот. На следствии Чабан признался в содеянном. Со слов самого подозреваемого, он убийство совершил, воспользовавшись тем, что хозяева спят, взял ружье, охотничье ружье 16 калибра, застрелил, и с места происшествия он взял личные вещи потерпевших, деньги и скрылся. По факту двойного убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу, ведется следствие.